Давайте дальше разбираться и смотреть, что мы с вами упустили. По идее, это должна быть уже четвертая финальная серия. Но нам осталось выполнить всего два задания и как бы на этом все. Ага, не то. Ну, нам нужно будет сейчас здесь разгадать с вами загадку, и потом нужно будет разгадать с вами там, где дверки были. Так, канистра, канистра. Хорошо, может, нужно поезд куда-то передвинуть? Как думаете? Уже просто рановастенько сюда поехал. Может, реально я рановастенько сюда поехал и... Так, что-то произошло. Хорошо, давай смотреть. Во. Отлично. Ну, можно было просто ближе подтянуть наш этот поезд, электровоз, что-то такое. Вот эту вот штуку. Ладно, побежали. Так, веревки. Отлично. А теперь нужно будет сейчас понять, кто из них первый, кто второй, да? Так, хронология. Ну, наверное, хронология будет это когда... Сейчас, секунду, ребят. Когда мелкого привязали, это первое. Наверное, вот это вот первое. Второе, наверное, когда дед возьмет камень. А может, это второе? Так, второе. Пусть будет третье. Потом, если что, исправим. Допустим, это четвертое и пятое. Может же быть такое, правильно? Давай, давай смотреть. Слушай меня! Мы можем уничтожить его! Я знаю как! От него нельзя избавиться, Итан. Невозможно уничтожить время. А он именно им и является. Трэвис, скажи мне, где Итан? Угу, значит нет. Значит нет. Ага, ну значит вот второе. По идее он сейчас возьмет камешек, да? Пусть второе будет, а это пусть будет третье. А ну? Слушай меня. Слушаю. Да, дед берет камень. Наверное, сейчас спросит, где Итан. Хотел бы я, чтобы все было иначе. Трэвис, скажи мне, где Итан? Сейчас же. Я даю спящему то, чего он хочет. Чего хотим все мы. Слушай, старик, тебе нужно идти домой. Беги отсюда, бога ради, немедли, уходи. Трэвис, закрой глаза. Да, значит, таки правильно мы расставили здесь все.
Так, и что дальше? Дальше он нас ведет куда-то. Куда-то вниз. Угу, давай спустимся. И посмотрим. Вот, надо было, наверное, вот это вот самое первое, да, наше с вами задание было. Я тоже болен, Итан. Я чувствую спящих в своей голове. Значит, Борис, я должен уничтожить ту комнату. Ворон, извини. Итан, я не могу позволить тебе сделать это. Да, это получается... Чтобы не обратила семью Итана против него, дед пытался сопротивляться. Годы помогают против тех вещей, что питаются ненавистью. И борется он не с помощью мудрости или опыта, а при помощи усталости. Ненависть с возрастом становится бессмысленной. Это получается то, что мы в первой серии с вами не смогли разгадать. Это тот первый эпизод, где малой убежал. Ну а дальше мы знаем, он деда, да, получается, сжег. В шахте там произошла ситуация. Все, по идее, мы тут разгадали. Осталась только комната, да? Блин, а что не? Мы ж вроде бы... Сейчас, ребят, погодите. Что-то я понять не могу. По идее, мы должны были закончить эту сюжетную линию сверху. Ну да. Вот эту сюжетку вы поняли, почему оно знак вопросом оказалось. Ладно, давайте попробуем выполнить остальные. Уж из-за этого я... Ладно, давай, давай сюда. Насколько я понял, нам нужно в комнатах будет сейчас что-то кроме найти. Только что найти, ну там где лежало письмо. Нужно будет перемещаться между ними. Опять же, почему знак вопроса не исчез? Мы ж открыли эту тайну. Вот это вот письмо. Нам нужно сюда войти. И менять как-то эти штуки. Только как их менять? В каком направлении? А ну? Во, вроде правильно. Так, вот здесь, конечно, я не уверен. Но это явно не то. Явно не чердак. Может, это вот? Да. Так, ты кто? Угадал? Да, угадал. Давайте наверх попробуем подняться. По идее, это должна быть маленькая комнатка. Нет, неправильно. Ну да, это мы сейчас тут с вами застрянем. Ладно, если попробовать с самого верха. Попробовать с самого верха. А ну? Правильно? Или нет? Честно, не понять, что от меня хотят тут.
Явно это не эта лестница была, да? Не знаю, предлагаю так вот тыркать и смотреть. Правильно? Да, правильно. А здесь? Не, это, по-моему, первый этаж, да? Нет, неправильно. Наверное, нужно повторить расположение какого-то дома. Насколько я понял. Ну давай логической логикой. Правильно? Правильно. Вот оно. А нет, это второй этаж. Переместились. Меня не туда переместили, да? Ну да, и опять не то я делаю. Блин, хоть бы дали какую-то подсказку, вот серьезно. Вот взяли бы дали подсказку, вот было бы вообще шикарно. Так, давай, ребят, наверх. Наверх еще раз. Явно, наверное, ж не то, что делаю. Угадал? Угадал. Так. Если здесь не будет листочка, значит, правильно, в принципе, идем. Ну, по идее, здесь книги должны быть. И сейчас спускаемся назад, и все неправильно, да? Так, дай посмотреть. Что нам дальше? Там дом есть у нас вообще какой-то? Ну, по идее, вот это вот должно быть. Так, дальше продолжение. Ну тут либо вот это вот большое окошко, либо маленькое. Как думаете, какое? Маленькое? Так, а здесь у нас... Оно? Я не знаю, что я тыркаю, честно, без понятия, что я тыркаю, но... Что-то я натыркал. И, наверное, неправильно натыркал. Так, ты кто? Так, ну это цепи. Цепи у нас наверху, да, находятся? Дай посмотреть. Вот тут где-то, да. Цепи наверху находятся, но явно, значит, не туда. Блин, окошко. Нет, неправильно. Я ошибся. Ребят, ну без вот этой вот штуки мы не сможем с вами ничего сделать. Пусть комната будет. Так, неправильно, да? Угу. Широкую на широкую, я так понимаю, что здесь нужно. Так.
Так. Хорошо, давай запомним. Слева комнатка с камином. Так, ну здесь явно нету дальше входа. Угадал? Вроде бы да. А ну? Нет, вроде неправильно, да? Заходим. Не. Блин, я не знаю, честно. Вот это вот меня реально бесит. Вот такие вот загадки. Ну пусть... Да, вот тут комнатка с камином должна быть. Тут правильно. Давай наверху посмотрим. Тут второй этаж. Нет, это спуск. Вот это вот спуск. Значит, вот эта вот комнатка. Хорошо, с этой комнаткой вроде угадали, да? Так, это вниз мы идем. Может, это? Хорошо. Все, отлично. Значит... Ну, по идее, лестничка, мы же на втором этаже. Рискнем. Так, ну... Дай посмотреть. Ну, по идее, вот так должно быть. Ладно. Раз. По идее, вот так должно быть. Ну, типа, насквозь комнатка. Правильно? Или неправильно? Вот сюда? Или вот сюда? Вот так вот. Хорошо, есть. Изменения. Блин, я боюсь просто перепутать все. И давайте посмотрим, мы все изменили. Помогли. Реально, не хочется по 200 раз одно и то же начинать. Ага, вот тут еще одна комната, да? А вот тут я не знаю, какая из них должна быть. Но вроде вот так. Не. Пусть так будет, пожалуйста, игра. Нет, не так, неправильно. Широкую, на широкую. Ну, я почти справился был. Хорошо, давай еще раз. Камин. Не знаю. Здесь вроде бы... Не помните, какая здесь была? О, здесь, по-моему, вот такая вот. А здесь вот такое вот. А здесь лестница, по идее, должна быть. Так, угловая. Да, вот такая вот. Все, правильно. Здесь вроде справились. Угу. Ну что? Опять не так, да? Что-то мы делаем с вами. Так, ну пусть такая будет. Так.
Так, и снизу здесь у нас. Ну, явно не чердак. Явно там дальше выхода у нас нету, потому что у нас дом вот заканчивается. А здесь стена должна быть, по идее. Пожалуйста, пусть будет это. Есть, да? Ага. Так, и куда и дальше? Так. Ну, явно не наверх. Вот наверх лестница идет. Окошко. Тут либо такая вот дверка. Давай посмотрим. Так, стены вроде похожи, да? Да. Вроде похожи стены. А теперь давай тут смотреть. Так, что у нас здесь? У нас здесь стена с вами. Ага. Стена, стена и дверки вот эти вот поломанные, да? Заваленные. Нет, нет. У нас дверки заваленные вот тут вот. Хотя это совсем другие, возможно. Так, а здесь проход есть? Да, вот дверь. Возможно, вот это вот комната. Блин, не знаю, ну давай... Давай рисковать. Неправильно, да? Да. Неправильно. Хорошо. Тут правильно. Тут вроде тоже правильно. А ну давай посмотрим. Давай такое. Во, правильно. Но здесь тоже стенка, стенка, стенка. Во. Шикарно. Осталось только наверху. Так, вот тут проход у нас направо идет, да? Да. Отлично. Здесь у нас идет вот это вот. Вот эта вот комната. Здесь стенка, по идее, должна быть. Может, это? А ну? Да, есть. Хорошо, осталось совсем чуть-чуть. Осталось вот это вот, да? Не помните, что тут у нас было? Так, но остается комнатка это одна и... Блин, ну пусть это будет, ладно. Неправильно, да? Да, неправильно. Тогда нужно сбегать наверх и посмотреть, что там могло быть. Если не эта комнатка. И не это, да? Или все правильно? Блин, я уже запутался, реально. Я, наверное, и вас запутал, и себя запутал. Но в любом случае нужно это все пройти. Как ни крути, в любом случае, думаю, нужно это все пройти. Да, правильно ж. Правильно. Так, внизу, не помните, что там было у нас?
По-моему, вот это вот. Так, и вот так вот. И здесь. Эта комнатка хороша. Здесь камин. Блин, нам точно надо все здесь изменять. Ну, как думаете? Ну, по идее, вот так должно быть. Нет. Бесишь меня, игра. Реально бесишь. Почему нельзя быть хорошей игрой и не бесить? Ну, как другие нормальные игры, которые не бесят. Все, отлично. Вот это, по-моему. Да. Ну, теперь, по идее, в бок должен идти. Вот так в бок и... И вот так в бок. Правильно. Правильно. Все, да? И значит, вот здесь, ну, по идее, а что здесь еще может быть? Ну, книжки. Ну все, мы вроде справились. Не? Нет, неправильно. Заново. Все заново. Все просто заново. Опять ошибся. Блин, почему оно не сохраняется? А? Почему разработчики делают так, чтобы оно сохранялось? Почему я должен по 200 тысяч раз одно и то же проходить здесь? Скажите, пожалуйста, вот зачем оно мне нужно? Вот зачем? Чтобы что? Даже если я посмотрю сейчас в Ютубе, куда тут проходить, в любом случае кто-то будет бегать не туда, куда мне надо будет. Не уверен. Ладно. Давай еще раз. Возможно, это какой-то дом, там, где мы с вами уже были. Но по идее. Ну тут вроде правильно. Вроде правильно.
Здесь тогда идет налево. Комнатка, да, правильно. Здесь вот сюда. Во. Здесь вроде прямо. Да, давай снизу посмотрим. Просто опять же, нужно ли мне все это делать? Так, ну тут направо. Во, и здесь налево. Аккуратно. Блин, а это-то я уже не помню. Честно. Как думаете, это комната? Да, это. Все, факт, у меня осталась одна дверь, которая находится вот здесь, да? А точнее, две. Может быть ли это вот проход такой? Вот такой вот. Может быть, как думаете? Возможно, может, а возможно и нет, да? Тут не понять. Ага, угадал, да? Угадал. И осталось последнее. А последнюю я, честно, без понятия. Даже не хочу перепутать. Вот мне как-то не хотелось бы перепутать и все заново начинать. Так, ну раз здесь тупик, значит тут просто обычная комната должна быть. Может, такая? Нет, не такая. Ну почему не такая? Ну какая тогда? Скажи, пожалуйста, почему не такая, а? Ну сколько можно? Ну игра, ну я тебя прошу, ну будь ты человеком. Не такая, то какая? Бесишь меня. Реально начинаешь бесить. Есть, угадал. Вот такая вот с открытыми. Хорошо. Что у нас снизу осталось? Снизу у нас камин остался. Здесь, по-моему, вот это вот, да? Вот такая вот вроде. Все, здесь комнатка. Угадал. Я тут не помню, какая здесь комнатка была. Если честно. Да, это, да? С окнами. Ну все, мы все вроде прошли. Осталось только угадать. Вот эту вот. Блин, может вот это? Как думаете? Или не? Угу. Так, давай посмотрим, если снизу такая вот длинная комнатка с коридором. Да, вот оно, да? Правильно я понимаю? Да, вот оно, ну значит книжки, все.
Других вариантов вообще нету. Ну все, я все прошел, я отгадал все загадки. Что не так? Надо дальше идти. Надо тут идти дальше. Ага, вот еще. Не помню, я не помню. О, ля. Смотри. Что-то мы с вами открыли. Наконец-то мы все-таки это сделали. Прочитать. Так. В одном старом доме жил колдун, который изготовил зелье, позволяющее ему видеть будущее. Однажды к нему пришли жители деревни и потребовали зелье. Угу. Разъяренные жители деревни сожгли дом колдуна, но он знал, что это случится. Он заранее заколдовал свою комнату с зельем, дом сгорел дотла, но комната осталась. Сельчане ждали, что колдун выйдет, но он так и никогда и не вышел. Почему ты стоишь там? Шпионишь? Нет. Ага. Что, черт возьми, с тобой происходит? Ничего. Тебе стоит оставить свои глупые истории. Они всех раздражают. Так, прочитать, открыть. Я не уверен, что это будет финальная серия, но по идее должна быть. В одном старом доме жил колдун. Хорошо. Просто мы это выполнили с вами все задания. Теперь, по идее, назад. И все. И мы молодцы, мы справились. Давай на телепорт. Так, как отсюда спуститься? Я думал, конечно, что мы быстрее справимся, но... Но как есть. Так, давай в телепорт, давай в пещеру и смотреть. Все, вроде бы выполнили это задание. Если и тут сейчас будет знак вопроса, ну тогда я не знаю. Тогда я не знаю, что еще нужно. Все. Дом порталов. Да, мы выполнили. Угу. Мы не выполнили с вами, во-первых, капкан, а во-вторых, ты кто? Ты кто и что мне нужно тут сделать? Так. Ну вот, мы повторили с вами полностью вот этот вот домик. Помните, да? Полностью повторили с вами этот домик. Да, вот эти книги. Крыться, вот эта улица, вот это дом. Ты должен помочь нам. Других вариантов нет. Этого хочет сам Итан. Вы с ума сошли? Вы все с катушек слетели? Трэвис, оставь мальчика в покое. Я же вижу, как ты на него смотришь. У тебя даже нет ни малейшего понятия, что происходит. Что здесь происходит, ребят? Семья Итана обвинила его. Что бы это ни было, семья решила, что, причинив боль, решат проблему и получат облегчение. А ну? Зачем бы ни охотились Картеры, это все еще витало здесь, в воздухе. Они хотят спросить меня о будущем. Я могу видеть будущее, но интересует меня прошлое.
Если ты хочешь отыскать мой дом, ты должен ответить на пару вопросов, которые я задам тебе. Смерть приносит покой или страдания? Предпочел бы ты неизвестность славе? Чувствуешь ли ты превосходство, когда твои слова причиняют боль? Ты соглашаешься на это? Ты ведь знаешь, что больше не вернешься? Предательство ли, совершенное из-за неравенства или несправедливости? Грех идет от сердца или от разума? Наткнулся я еще на одну загадку. Вот она, ловушка. Я, к сожалению, посмотреть мы не можем. Она находится у нас в самом начале. Помните, мы в самой первой серии сюда пришли. Так что давайте разбираться. И по идее, когда мы сейчас ее разгадаем, мы сможем посмотреть последнюю финальную сюжетное видео. И все, и на этом наше прохождение закончено. И мы его прошли с вами полностью. Так, что это такое? Угу, где-то черепа находится. А где тут могут находиться черепа? Блин. Коснуться. Мне интересно, как я мог реально это все с вами пропустить в самом начале. Знал бы, делал бы, наверное, так, как игра задумала. Хотя и тоже она написала, что за руку нас никто вести тут не будет. Так, коснуться, хорошо. Давайте дальше смотреть. Дальше у нас мост, значит, нам, наверное, по логике сюда дайте. Ну, по идее. Или нет? Так, ну дальше у нас там мост. Значит, давайте тут где-то смотреть. Просто не хотелось бы опять бродить здесь 17 тысяч дней. А закончить это за полчасика и было бы шикарно, в общем. Так, нам нужно найти где-то черепас. Ёп твою. Во. Оля, сколько костей здесь. Так, просчитать. Старик каждый день ходил в лес, чтобы пить сок из деревьев. По пути туда ему приходилось преодолевать множество опасных ловушек. Жители деревни верили, что в лесу старик прячет нефритовый амулет. Однако холодной осенью ночью в лесу случился пожар, и огонь перекинулся на деревню. Старик смог выбраться, покрыв себя соком. Когда он вернулся в деревню, то обнаружил лишь кости жителей. Итан, тебе нельзя здесь находиться. Но, дед, я написал кое-что для тебя. Мило, спасибо. А теперь уходи. Потом прочитаю. Так, прочитано. Вот сок, да, от бутылки. Но все. По-моему, это все. Сейчас мы если телепортируемся с вами. Телепортируемся, да-да. Телепортируемся, то, по идее, мы с вами выполним все задания. Мы сможем сейчас посмотреть последнюю касцену. Во, да, зачеркнуто. То есть прошли мы с вами железную дорогу, лес, дом. Давайте смотреть рассказ.
Господи, Итан, ты опять здесь? Ты пропустил ужин. Мама и папа на взводе. Они искали тебя повсюду. Оставь меня, Трэвис! Уйди! Эй, мам, он здесь! Дорогая, будь осторожна с этой лампой. Дейл, что не так с твоим ребенком? В рисунке на стенах, его истории. Какого хера? Итан. Господи. Ты забыл про ужин? Прости, я весь день писал историю. Долго я здесь сижу? Приключения Пола Проспера, сверхъестественного детектива. Откуда ты это берешь? Пап. Ты не мог бы увезти Трэвиса отсюда? Пожалуйста. Он рисует на стенах. Какого черта? Чет, заткнись. У тебя вырос ебанутый сын, Дейл. Трэвис, ну же, пойдем. Пидор! Итан, ты, блядь, пидор! Трэвис, хватит! Вот черт! Ну же, вы все, пометайтесь! Уходи! Этот дым токсичен! Господи! Что мы творим? Что мы творим? А вот не будешь обзываться, понятно? Так тебе и надо, курица помада. Я писал о тебе, но не думал, что создал тебя. Ты сделал меня настоящим. Я не могу умереть. Я должен закончить историю про тебя. Я писал истории про всех. Я знаю, но моя история подошла к концу. Она была замечательная. Значит, теперь я могу отпустить тебя? Можешь. И что же будет дальше? Другая история, малыш. Как же иначе? Так, я так понимаю, это финал, правильно? Так, а можно мне пропустить тебя? Да, на эскейп можно пропустить. Будет еще какая-то катсцена? Или будем подводить итоги? Не, продолжить начать новую игру. Ну, что могу сказать, игрушка мне реально понравилась. Короткая, правда, и местами иногда бесила своими загадками. Так, в принципе, ничего. Как вам, ребят?
мне лично зашло. Так что все, всем спасибо за просмотр. Вот такой вот короткий ролик. Финальная сцена. Я думал, дольше будет, но как-то так. Так что все, я пойду что-нибудь еще поищу для записи. А вам всем пока-пока и до потом.